Эрнст, у меня к вам есть просьба. Личная просьба, Эрнст, и печальная просьба. Я слушаю. Генерал Вольф оказался предателем. Этого не может быть. Я часто ошибался, Эрнст. И не говорите об этом Гиммлеру. У Рейхсфюрера слишком ранимое сердце. Мы с вами знаем это. Мне надо, чтобы завтра, а лучше всего сегодня, генерал Вольф был в Рейхе. И не просто в Рейхе, а в Берлине. И не просто в Берлине, а в канцелярии фюрера. И чтобы доставили туда ваши люди. В кандалах. Без погон. Кальтенбруннер, естественно, ничего не сказал Гиммлеру. Таково было указание Рейхсляйтера. Он приказал немедленно вызвать из Италии Карла Вольфа, якобы на совещание к фюреру. В громадном аппарате РСХ ничего не происходило без пристального внимания двух враждующих конкурентов – гестапо и разведки, Мюллера и Шелленберга. Радист приставки Кальтенбруннера, завербованный людьми Шелленберга, сообщил своему негласному начальству о совершенно секретной телеграмме, отправленной в Италию. Проследить за вылетом Вольфа в Берлин. По приказу Кальтенбруннера Вольфа ждала тюремная машина с бронированными дверцами и головорезами из охраны подземной тюрьмы гестапо. Как долетели, генерал? Благодарю, отлично. Рад вас видеть. Вы отлично выглядите. Рейхсфюрер поручил мне встретить вас. Прошу. Тюремщики не рискнули арестовать Вольфа. Они рискнули только проследить за машиной Шелленберга и доложили об этом по начальству. Thank you.
und bespannte Fahrzeuge zerstört. Вы поставили под удар меня! Westen sind kanadische Verbände. Каким образом Борман и Кальтенбруннер могли узнать о переговорах? Gegen unsere как? Stellungen ищейки этого негодяя Мюллера могли все понюхать. Nach heftigen Kämpfen konnten sie in einzelne Ortschaften eindringen, blieben dann aber in unserem starken Abwehrfeuer liegen. Im Abschnitt von Рейхсфюрер, вы, вероятно, помните, что все детали этого дела должен был подготовить я, не так ли? С операцией прикрытия все в порядке. Я придумал для Вольфа легенду, по которой он внедрялся в ряды заговорщиков, действительно ищущих сепаратного мира в Берне. В частности, оговорим здесь. Здесь же, под мою диктовку, Вольф напишет рапорт на ваше имя о том, как мы, служба СС, раскрыли этот заговор наших врагов. Итак, пишите, Вольф. Прошу прощения. Фюрер просил вас подождать. У него сейчас Рейхсфюрер. Борман понял, что он проиграл. Генерал, я уже обо всем информирован. Примите мою благодарность за мужество и верность фюреру. Здесь Борман. Мюллера ко мне. Фюрер ждет вас, Рейхслейтер.